Всем привет, мои хорошие! А мы начали заниматься хламушником в этом углу. То, что нажито было и нами, и не нами. Здесь был устроен склад для вот этих досок, бревен и всякого мусора. Мы решили здесь навести в итоге, в результате, порядок. Что-то поджигание, то, что уже сгнило. Что-то под синий домик спрячем. Вот, а соседи косят. Поэтому вот такая у меня, такой у меня звуковой фон. В кавычках музыкальный. Пироман. Муж разжег костер и оставил меня за старшую сжигать гнилые доски. А еще сегодня я подкормила по листьям помидорки и перчики. Ну и клумбочка моя готова, почистила. Пока ничего здесь не цветет, кроме вот этих цветочков. Ирисы отцвели. Лилейники пока в бутончиках. Флоксы не распустились. И лилии у меня здесь сидят. Несколько видов лилейничков. Все, ягодки уже, малости уже прошли. Ну и в такую жару, ну как без окрошки. Мы любим с квасом. Добавляю сметанку и горчицу. Вам приятного аппетита! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что вы со мной. Всем пока-пока, мои хорошие.